Привет, друзья! Мы сейчас в Захар Беркут байк-парке. Это первый выезд в Карпаты. В этом году сейчас 25 мая, но погода такая, как будто еще март, а не май. В общем, это весна, конечно, зима. Странная, да. Мы чуть-чуть раскатались. В целом, на мой взгляд, красное и черное здесь в интересном таком состоянии. Абсолютно кадабельно. Сейчас еще очень красиво, конечно, зелено. Ю-ху! Ой-ой-ой, едем интенсивно. Смотрите, это супер точка, с которой все видно. Да, ветер, ураган. Я думал, не хотел разгоняться два раза в сторону. Внизу Славск. Там тоже все. Но если бы не ветер, мы бы сейчас, может, даже меня услышали. Но в целом, смысл в том, что очень красиво. И это приятно. Дропаем или не дропаем? Совета своих старых, опытных, мудрых друзей. Как вы видите, тут прекрасный сухой грунт, отличное сцепление, ну типа скользко, такой полуфрирай, но приятно прям ехать. Видите, можно так себе листья поразбрасывать, типа как на сноуборде, только под листьями корни, поэтому надо аккуратней. Так, отпущу чуть-чуть, ребята, тут. Уху! Надо фан ловить. Уии! Так, кто-то там уже внизу есть. Так, ребят, чуть-чуть отпускаем. Погнали. Ю-ху! Привет. Оп, столбик, пенечек. Эй! Какие интересные траектории можно тут нарисовать себе. Ой, так, есть. Ой, очень неплохо. Очень неплохо. Сейчас уже сильно лучше, чем прям понимаешь. Волшебство и магия, да. Чуть-чуть были свои бы, не было вообще классно. Ну, причем столько интересных линий можно порисовать, если вот, ну, расслабиться. Не видно корни, я каждый раз на колеса куда-то тут не улетает, потому что их не вижу. Но у меня пока не было. Вот ты в листья, типа, как понимаешь, что под ними что-то жесткое может быть, но пока ничего. Я два раза корень поймал, да? Я два раза жопу. Камень поймал, вообще лютый. Едьмо-едьмо? Будьмо-будьмо? Сезон катки в байк-парке открыт? Да, да, официально. Едем, да? Шампанское! Ю-ху! Самое интересное, что тот дропчик, который мне нравится, мы не проехали из-за ветра. А этот вроде вот ребята говорят, что ок. А, ну да, он ок. Я просто его всегда до этого перелетал. И он был мне не очень ок. Я понял, да, там просто надо притормозить. О, пошла. Пошла хорошая. Секция каменистая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там?
Защита спасла? Юху! Давай! Давай, давай! Отпускай тормозюльки, давай! Прогрей себя, прокачай! Ой, ой, скользко, мокро! Ух. Так. Юху! Вот мне лично нравятся вот эти листья. Много кто сегодня говорил, что ой, не прикольно, надо, чтобы почистили. Опа. Вот я, например, доволен, потому что есть возможность так заднее позабрасывать, поскользить. Оно такое все тепленькое, как одеялко, мягенькое. В общем, прикольно. Но, конечно, стрёмно, да, потому что оно скользкое, ты под ними ничего не видишь. Ну, как бы... Продолжаем наш супер спуск. Ой-ой-ой. Так, который, по сути, уже можно сказать, ой, закончился. Ой, как пробилось у меня все тоже. Конечно, жестко. Жестко, но вот так бывает. Мой сейв года. Ну, там что-то, наверное, попало, но я смотрел под на дорогу. Чувак, поэтому... переднее с камнем ушло, и на одной ноге, на одной руке вот так вот, понял, ехал. Где? Тут на прямике. Где, здесь? На прямике. После того, как ты сказал, я пробил свою вилку, я вот туда вот прыгал, туда вниз в речку, и тоже так аж пяу произошел. Ну что, погнали? Подожди, дай отдышаться. Эй, хоу-хоу-хоу. Шашки на голову. Я только что, блин, очень засеялся хорошо. Фу, надо в тренажерку ходить. Не знаю, к чему это, но возможно, поможет. И будет психологически проще. Так, мы подъезжаем уже к замечательному такому концу трассы. Сейчас попробуем вот этот участок заехать такой, как он был на гонке. На эндуро-гонке слева. И если там будет сухо и комфортно, то в принципе ок. Если не будет, то это жизнь. Ой-ой-ой, не сильно тут сухо и комфортно. И вообще не интересно. Да, и возможно этот участок нет смысла ехать. Сейчас. Ну ничего, мы зато проверили, и вы теперь будете знать всю правду о последнем участке эндуро секции на Захар-Беркут. Что, друзья, мы подъезжаем к подъемнику. Как вы видите, он работает. Он по-прежнему медленный, но у него есть пару скоростей. Сейчас, как нам сказали, вторая скорость, 30 минут и наверху. В целом покататься можно. Удовольствие куча. Сейчас был у нас за день уже третий спуск. И удовольствие прям масса. Первые два, ну, тоже было неплохо, но вот сейчас мне прям вообще понравилось. Так что, если видео понравилось, ставим лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!